Вишневская дача и Аргейские Мелсами пробились во второй отборочный раунд Лиги Европы. Сборная Молдовы завоевала 11 медалей на Всемирной универсиаде. Многие дети, родители не знают, что существует стрельба из лука у них через дорогу. Вообще лук очень опасный. Можно пораниться, можно стрелу, я не знаю, у нас был случай, вогнали в ногу. Ну, я побывал на Олимпиаде, не знаю, появился перед камерами пару раз, и все, и дальше тренируешься так же. Вишневская дача и Аргейские Мелсами пробились во второй отборочный раунд Лиги Европы. Столичный клуб проиграл в гостях 1-3 албанской Тиути, взял реванш домашней встречи 2-0. По голу забили Столяру и Павлов. Несмотря на чинный результат по сумме двух матчей, желтые волки прошли во второй отборочный раунд благодаря голу, забитому на чужом поле. Там они встретятся с одесским Черноморцем. Во второй отборочный раунд Лиги Европы пробился и Аргейские Мелсами. Обыграв в родных стенах люксембургский Дюланж с минимальным счетом, в ответном гостевом матче молдавский клуб сыграл в ничью 0-0. В следующем еврокубковом этапе аргеевская команда сыграет с белорусским Шахтером из Солигорска. Успех Мелсами и дачи не удалось повторить футбольному клубу Тирасполь. Бронзовые призеры чемпионата Молдовы добились гостевой победы над латвийским Сконтом с результатом 1-0. Но из-за поражения Тирасполя в первой домашней игре с аналогичным счетом исход двухматчевой дуэли был предрешен в серии пенальти. 11-метровые удары, точнее, исполнили футболисты Сконта. Первые матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы состоятся 18 июля, а ответные 25 июля. Сборная Молдовы завоевала 11 медалей на Всемирной универсиаде, проходящей в российской Казани. Больше всех наград сумели заработать наши борцы на поясах. Максим Мамулат выиграл серебро, Анатолий Молдаван – 2 бронзы, и по одной награде низшей пробы досталось Игорю Бешляге и Михаилу Косничану. 2 бронзовые медали завоевали молдавские тяжелоатлеты. Призерами стали Олег Сыргиб в весовой категории 56 килограммов и Георгий Черней в весе 85 килограммов. Такого же результата добились и наши боксеры. Александр Рыжкан уступил в полуфинальном бою российскому боксеру Михаилу Алаяну. И среди бойцов не больше 52 килограммов занял 3-е место. Его партнер по сборной Дмитрий Гологодц также проиграл бой за выход в финал и довольствовался самой низшей ступенью пьедестала почета. По одной бронзовой награде завоевали борец Петр Янулов и метательница молота Залина Маргиева. Таким образом, за 2 дня до окончания универсиады в копилке сборной Молдовы 1 серебряная и 10 бронзовых наград. С этим результатом Молдова расположилась на 42-м месте в общекомандном зачете. Футзальная сборная Молдовы вышла в список 70 сильнейших на планете. По результатам рейтинга, опубликованного Международной Федерацией, наша команда набрала 875 очков в мировой классификации и расположилась на 69-м месте. Всего в этом списке 140 футзальных сборных мира. 3 первых места занимают Бразилия, Испания и Италия. 5 медалей завоевала сборная Молдовы по универсальному бою на чемпионате Европы. Первенство прошло в украинском городе Ильичевск. Оттуда наша команда привезла 1 золотую, 1 серебряную и 3 бронзовые награды. Молдову на европейском первенстве представили 11 универсальных бойцов. Всего в турнире выступили сборные из 22 стран. Раньше этот вид спорта был способом охоты и убийства врагов во время войны. Сейчас это олимпийская дисциплина, воспитывающая характер, выдержку и уверенность в себе. Речь идет о стрельбе из лука. Как вид спорта, она зародилась в Швейцарии в 15 веке, хотя люди пользовались этим оружием еще на заре цивилизации. Олимпийской дисциплиной стрельба из лука стала уже на второй Олимпиаде в Париже в 1900 году. В истории молдавских стрелков есть немало наград высокого уровня и даже медали с Олимпиады. Но знает ли наше общество о существовании стрельбы из лука в стране? В Молдове есть такой вид спорта, как стрельба из лука? Ну, вообще хорошие были стрелки из лука. Я знаю, женщины там были такие. Сейчас не знаю, мне сейчас не в курсе. Не слышал и не видел. Не могу сказать. Ну, практика, семейный спорт. Я старушка, интересуюсь таким видом спорта. Не знаю. Слышали, как стреляют из лука? Это вид спорта. Ну, должно быть. Возле юности, да, находится. А так в основном не слышал. Наверное, есть, не знаю. Да, ну, видел, на соревновании видел. Но понаслышке, так я сам не знаю, не занимался, но есть.
занимаются ребята? Нет. Был такой вид спорта, я знаю, что участвовали в Олимпийских играх. Не знаю, может быть, близкие к призовым местам. Это все, что я знаю. Спортивный, так, профессиональный, я не знаю, наверное, нет у нас. Я укрытка, но есть Аша, молодой спортом Молдова. Многие дети, родители не знают, что существует стрельба из лука у них через дорогу. В данный момент в Молдове стрельба из лука переживает период возрождения. Когда-то у нас в стране были очень сильные лучники, но потом об этом виде спорта мало что было слышно. Это было как бы затишье, потому что затишье было не только в стрельбе из лука. Я думаю, что затишье было во многих видах спорта и во всей стране. Сейчас у нас стало немножко повеселее, поинтереснее в плане результатов. Успешные результаты стали появляться в последние несколько лет, когда у нашей сборной появилось два явных лидера. Александра Мырка и Дана Лару. Уже в 16 лет они начали заявлять о себе на международной арене и завоевывать высокие награды. В 2010 году Александра Мырка у нас была пятая на Олимпиаде молодежной. Потом она была шестая на Европе среди юниоров до 20 лет. Восьмая на Кубке Европы по кадетам. Дана Лару у нас был девятый на Олимпиаде в Лондоне. Третий был на европейской квалификации, когда отбирался на Олимпиаду, потому что со всей Европы отбиралось только 3 квоты было. Как бы, ну, такие условия, правила были. После этого вот зимой, как бы уже в подтверждение своего, ну, ранга, результата, рейтинга, он стал третьим на Европе. Саша стала четвертая на чемпионате Европы среди юниоров на этой же Европе вот зимой. Однако самым громким именем в истории молдавской стрельбы из лука пока остается Наталья Валеева. Тираспольчанка завоевала 2 бронзовые награды на Олимпийских играх 92 года в Барселоне. Одной медали она добилась в личном первенстве, а второй в командном. Она до сих пор выходит на огневой рубеж и находится на верхушке топ-рейтингов. Правда, сейчас она выступает за сборную Италии. В 97 году она вышла замуж и уехала в Италию. После этого не было медалей на Олимпиаде у нее, хотя за плечами 5 Олимпиад. После рождения двойняшек, у нее 3 детей. В 2007 году она стала чемпионкой мира. Конечно, она там 5- или 6-кратная чемпионка мира Европы в помещении, рекордсменка Европы, по-моему, и мира даже. Сейчас в нашей стране стрельбой из лука занимаются порядка 60 спортсменов. И есть целый ряд причин, по которым их количество не может стремительно вырасти. Во-первых, это ограниченное количество спортивного инвентаря. Человек должен прийти, ему надо лук дать. Это все-таки нужно иметь. То есть если вдруг, ну как, мечта у меня, чтобы у нас вышло на чемпионате республики, там 100 человек стреляло, то это нужно 100 луков иметь. Вторая причина – это отсутствие тренерского персонала. Сейчас секции стрельбы из лука во всей стране всего 2. Одна в Тирасполе, вторая в Кишиневе. В столице спортсмены занимаются на специально оборудованном полигоне. Он полностью соответствует требованиям стрелков и в плане масштабов, и по технике безопасности. У нас пока что это единственная база такая, целенаправленная именно для занятия именно этим видом спорта, потому что должна быть все-таки техника безопасности. И, к сожалению, нет у нас персонала педагогического, потому что все-таки человек, который будет заниматься и с детьми, он должен быть и тренером, и педагогом, и, ну, болеть, наверное, за это все, потому что это ненормированный рабочий день. Несмотря на трудности, секции все же есть. Вот только очереди из детей, жаждущих заниматься спортом, возле них не выстраивается. Дети не хотят заниматься спортом. Это должна быть не то что агитация, это должно быть нормой. Дети должны заниматься спортом для того, чтобы они были здоровы. И для того, чтобы у нас было здоровое поколение. А у нас это пока еще и не модно, и как-то к этому относятся. Привлекать в свои ряды новых воспитанников и популяризировать стрельбу из лука спортсмены и тренеры стараются своими силами. Но с легкостью выбивать десяточку научиться не так уж просто. И чтобы это сделать, необходимо время и терпение. Одно дело, чтобы ребенок пришел, а совсем другое, чтобы он остался. То есть не каждый
дети могут выдержать такое, ну как, такие нагрузки, все-таки это статически, это не игра, там футбол, волейбол, баскетбол, там интересно, азартно пошел. То есть для того, чтобы начать получать какое-то удовольствие и азарт, чтобы появился, это нужно выйти на дистанцию. Ну вот с этой целью, скажем так, когда мы проводим соревнования, мы даже в ущерб каким-то правилам, мы стараемся сделать стрельбу именно для детей, чтобы они стреляли на той дистанции, на которую они будут попадать, чтобы им было интересно, чтобы они там побеждали, чтобы, ну как, начинают с маленьких побед. В этом виде спорта желательно с малых лет уметь правильно натягивать тетиву лука и метко стрелять. Тогда вероятность добиться высоких результатов значительно возрастает. Но несмотря на это, возрастного ограничения для занятия стрельбой из лука нет. Один из видов спорта, где мы не ограничиваем в возрасте детей. Конечно, мы предпочтение отдаем там, когда более ранний ребенок начинает, там в 11 лет, в 12. Но даже если приходят у нас 15 и 16-летние ребята, потому что, в принципе, как бы на опыте Дана уже в 16 лет он стрелял на взрослой олимпиаде, но мы таких не отправляем, все равно берем всяких разных. Как и в любом виде спорта, к юному спортсмену есть свои требования. В первую очередь он должен подходить характером. Нужно быть спокойной, уравновешенной, серьезной, не знаю, нужно следить, потому что вообще лук очень опасный. Можно пораниться, можно стрелу, я не знаю, у нас был случай, вогнали в ногу. Не знаю, это не надо говорить в эфир, потому что страшно людям станет. Был дождь, и мальчик побежал в тир. И когда он бежал, стрелка выпала из колчана и воткнулась ему в ножку. Под ребенком максимум, что требуется, это время, системность и желание. Потому что очень как нудно. То есть ребенок приходит и каждый день должен выполнять одни и те же действия. И, естественно, что-то и утомляет, и где-то не получается, где-то там проблемы, там, если что-то не так по технике получается, там может ударить тетива по руке, это больно. То есть, ну, по-разному. В принципе, это тот вид спорта, если ребенок здесь остался, то, ну, как бы, может быть, не сразу, но все равно он результат покажет. Кроме того, что ребенок рано или поздно станет чемпионом, он еще получит регулярные занятия на воздухе, больше общения со сверстниками и оторвется от компьютера. Тренеры утверждают, что стрельба из лука может помочь ребенку в будущем. Она воспитывает, придает уверенности в себе и открывает новые горизонты. Спорт – это одна из возможностей ребенку, любой вид спорта, дать возможность, чтобы он себя реализовал и что здесь он будет личностью. Он может плохо учиться, но здесь он будет классно стрелять. И будет он чемпионом. И поверьте, к нему, если он будет очень классным спортсменом, к нему будут подходить за границей, там, на выезде где-то, он будет в топовых рейтингах. Ну, его будут узнавать. То есть на него будут подходить, смотреть, как он выступает. То есть не только в стрельбе из лука, в любом виде спорта. Будут брать что-то его, спрашивать, интересоваться о его мнении. И вот эта вот самооценка у него вырастет. То есть и в какой-то момент он поймет, что ему нужен тот же английский для того, чтобы он смог общаться с такими же ребятами где-то в другой стране. Либо что-то еще он для себя поймет, то есть он сам к этому придет. И не надо будет его там из-под палки заставлять чего-то там учить, зубрить. Начинаешь быть уверенным в себе, потому что когда стреляешь, вот самое главное – это стрелять уверенно, как бы, и уверенность появляется в себе. Стоит отметить, что для того, чтобы дать ребенку дополнительную возможность реализовать себя, больших финансовых вложений не понадобится, так как стрельбу из лука нельзя назвать очень дорогим видом спорта. Основные затраты связаны с покупкой самого лука, но пока вы не станете высококлассным спортсменом, он вам не понадобится. То вот мы предоставляем, стараемся не возлагать на родителей эту обузу, потому что это очень дорого. И то есть то, что у нас есть, мы исходя из этого даем. Естественно, когда класс спортсмена вырастает, то уже мы пытаемся либо покупать, либо, ну, от стрелков, которые есть, что-то им покупается и передается по наследству другим. Вот. Но максимум, что могут родители приобрести, это стрелы. Потому что стрелы, они бьются, они карбоновые. И, ну, если высококлассный стрелок, то ему нужно все равно на сезон 2 комплекта стрел. А если не очень высококлассный, то он их просто разобьет, может разбить за год. Поэтому мы стараемся, конечно,
потому что не отпугивать людей, потому что не каждый, совсем немногие себе могут позволить купить лук. Лук, как спортивный снаряд, требует от стрелка немало усилий для того, чтобы просто выстрелить, а для того, чтобы попасть в мишень и подавно. Для точного выстрела необходима максимальная концентрация, учет силы и направления ветра, ровное дыхание и, конечно же, физическая сила. На пальцах у Александры, то есть растягивая лук, она на пальцах 17-200 килограмм. То есть 17 килограмм, 200 грамм она держит в течение 3-4 секунд. Это женский лук. Как измеряете? Динамометр специальный. Есть специальные у меня вот такие весы, которые, потому что в зависимости от килограммажа подбирается маркировка стрелы. То есть ее нельзя просто наобум взять, вставить стрелы в лук и идти стрелять. Это все нужно подгонять. То есть все луки имеют параметры, там их очень много, стрелы имеют параметры. И все это нужно так подогнать, чтобы руки подходили к луку, а лук подходил к голове. В Молдове все чаще и чаще появляются спортсмены, у которых эти три составляющие подходят друг другу. Но наши стрелки намерены еще больше развить этот спорт в стране и покорить еще не один мировой пьедестал почета. Мое желание, конечно, чтобы было как можно больше тренеров и как можно больше спортсменов. И, конечно, моя мечта – это медаль. Такая вот большая-пребольшая медаль. Сегодня мы вам расскажем не об одном, а сразу о двух спортсменах, чей вклад в развитие стрельбы из лука просто невозможно переоценить. Это Дан Алару и Александра Мырка. Именно они начали приносить нашей стране результаты, в то время как на международной арене уже успели позабыть о молдавских лучниках. Более того, оба этих спортсмена участвовали в Олимпиадах. В 2010 году Саша поехала на юношескую, а в 2012 Дан попал на взрослую. Одно из самых, конечно, громких имен прошлого года – это Дан Алару. Помимо того, что он в Молдове стал таким известным подростком, можно даже так сказать, очень был, конечно, большой фурор на самой Олимпиаде. Потому что ему 16 лет на тот момент был. Он был самым молодым представителем на мужской линии огня. Потому что там по возрастной сетке были люди, которые, в принципе, ему в папы годились. Попадание Дана на Лондонскую Олимпиаду стало абсолютной сенсацией. 16-летний юноша, не имевший ранее серьезных результатов на соревнованиях среди взрослых, в отборочном первенстве оставляет позади себя почти 80 мужчин. Он сделал невозможное. То есть это была фантастика на тот момент. Это было очень тяжело. То есть в тот момент я могу сказать, что это стрельба, везение, желание. И плюс еще ко всему он смог управлять сам собой, потому что у нас это очень тяжело. Это очень тяжело. Эмоции, если они захлестывают, ты не стрельнешь. А там на выстрел 20 секунд дается. Еще если такой ветерок дует, это 70 метров. И на тот момент, когда вышли все стрелять за квоту, 80 человек мужчин, по 3 представителя от страны. Он вышел один. То есть вылетает один человек из команды, у страны есть еще 2 спортсмена, еще есть шанс. Еще вылетает, еще есть шанс. И дойдя до 8, я думала, там выйдут там 2 голландца, там такие страны сильные, но которые не имели на тот момент квоты. А потом вышло 8 человек и 8 человек с разных стран. А квот 3, то есть опять нет шансов даже продвинуться по сетке. Опять надо в четверку попадать. В четверку попадает 4 страны разные. 3 только проходят. То есть вот это, самообладание. Это не случайность была, потому что долгий труд, стреляли много, вкладывал много в этот спорт, в смысле и сил, и денег. Интересно, что на отборочные соревнования, где Дан завоевал олимпийскую квоту, он мог и не поехать. Государство на тот момент не могло найти денег, чтобы оплатить участие юного спортсмена в столь важном первенстве. Финансовые трудности возникли и у родителей спортсмена, до сих пор оплачивавших большинство поездок сына на турниры. У меня решался вопрос до последнего дня, ехать или не ехать. Проблемы были с деньгами. Но все-таки потом поехали.
И как бы, не знаю, вот в тот день что-то произошло. Пошло у меня вот стрельба хорошо и завоевал квоту. Перед отлетом в Лондон Надана Алару, как на самого молодого в истории молдавского спортсмена, участвовавшего в Олимпийских играх, была возложена ответственность стать знаменосцем нашей сборной. А это я узнал, когда экипировку получали в Олимпийском комитете. Мне вышел Дон Ужуравский, сказал: «Дан, ты будешь нести флаг». Я такой: «Ладно», и все. Когда тогда вышел, и очень большая гордость была. У меня впечатление, просто там был взрыв эмоций, потому что, не знаю, выходишь, большой стадион, много людей, и все смотрят. Я, блин, вспоминаю эти моменты и просто, не знаю, улыбка появляется. На Олимпийских играх юный стрелок занял 9-е место, что стало неожиданностью для его соперников. Ведь многие не верили в то, что он может настолько метко стрелять. Более того, вокруг нашего спортсмена было множество слухов. Я ожидал хорошее выступление, как бы, не знаю, рассчитывал в десятку зайти. Ну, и вот получилось как бы в десятку зайти, 9-м стал. А так, не знаю, многие сидели там, говорили, которые, не знаю, не видели никогда, как я стреляю, там, и по интернету шло, что да нет, он там попал из-за того, что у него там кто-то там из родителей богатый или что-то такое. Ну, потом, не знаю, доказал я на Олимпиаде, что не просто так я попал. После Лондонской Олимпиады имя молдавского мальчика Дана Алару знают стрелки из лука всего мира. Однако в Молдове он славы не получил. Да и жизнь после Олимпиады вернулась в прежнее русло, не претерпев особых изменений. Ну, просто вот обычные люди, как бы, я не видел, что они меня узнают, знаете, там такое. Может, 1-2 человека, но я как бы сильно не расстраивался по этому поводу. Главное, что, не знаю, все родственники знали и поздравили меня, это самое главное было. Ну, я побывал на Олимпиаде, не знаю, появился перед камерами пару раз, и все, и дальше тренируешься так же. После Олимпиады начал получать стипендию от министерства, и это начали финансировать лучше этот спорт. Своими успехами Дан Алару немного затмил на тот момент вовсю крушившую своих соперников Александру Мырку. Спортсменку, которая пророчит очень большое будущее в стрельбе из лука и которая уже успела добиться высоких результатов. Она была как бы самой такой, ну как, первопроходцем. Ну это как вот как свой первый ребенок, которого ты вот лелеешь, выхаживаешь. Вот она у меня была такой вот, во-первых, как бы девочка, которая у меня тренировалась, это она была первая. Потому что мне как-то все с мальчиками приходилось работать. То ли... И девочки особо-то как бы не идут, у нас их не очень много, девочек. Ну вот как-то вот руки оттуда, откуда надо, выросли. И вот у нее сразу пошла стрельба, вот сразу. И сразу у нее стало получаться, сразу высокие результаты стала показывать. Ну и что греха таить. Я-то всего лишь мастером спорта закончила, а она все-таки мастер спорта международного класса. Могу сказать, что физические данные мне позволяют заниматься. Я крепкая девочка, я занималась танцами, мы там отжимались поначалу. Вот. Ну, еще, думаю, за характером. Одним из самых больших достижений молдавской лучницы считается попадание на первые юношеские Олимпийские игры, проходившие в Сингапуре. На них Александра сумела дойти до стадии 1/4 финала. Мы поехали в 2009 году в Америку. Там я завоевала квоту. Спустя год мы поехали на Олимпиаду. Стрелялась я сначала с англичанкой. Я ее выбила. Потом попала на кореянку. Ну, кореянка, естественно, меня выбила, потому что корейцы в этом виде спорта лидеры. Это вообще самое классное соревнование, потому что и подготовка была суперская, и команда была молдавская большая. Были же и пловцы, и атлеты. И было так весело, здорово. И вообще Олимпиада же отличается от других соревнований. И подготовкой, и нас по экскурсиям возили. И вообще здорово было. Тем более я была в Сингапуре, на другом континенте, не в Европе. Следующим шагом в карьере должна была стать взрослая Олимпиада. Александра имела все шансы попасть в Лондон, да и не просто попасть, а побороться за высокие строчки турнирной таблицы. Однако целый ряд обстоятельств повлиял на это, и заветной путевки на Олимпиаду ей завоевать не удалось. Это стало большим разочарованием для спортсменки. Ну, могу сказать, что из одной причины было то, что я
У меня как бы был в школе последний год, и у меня экзамены были, бакалавр. И я и туда готовилась, и здесь готовилась, и, наверное, не уследила где-то что-то как-то так. Да, то есть нельзя и не учиться, и как бы либо то, либо другое, это уже понятно. Надо было выбирать, и, скорее всего, не до тренировки, может, повлияли на это все. Я расстроилась из-за нее. То есть потому что очень много труда было вложено. Я понимала ее чувства в тот момент, и я как бы из-за нее расстроилась. А вот расстроиться, потому что это все происходило одновременно, потому что Дан стрелял вместе с Сашей одновременно. И когда уже было понятно, что она не попала, Данику еще надо было отстрелять 3 спарринга. Ей на тот момент было 17 лет. 18. То есть у нас получается на 93-го года. То есть это для стрельбы из лука очень юный возраст. Сейчас спортсменка получает высшее образование в университете и продолжает расставлять приоритеты между учебой и спортом. Однако на данный момент преимущество не всегда на стороне образования. Сейчас закончила первый курс. Правда, не сдала 3 экзамена, так как мы уехали в Турцию. Но буду сдавать в сентябре их. Непопадание на Олимпиаду оставило глубокий след на сердце у Александры и добавило мотивации. В университете ему не могу сказать, что сильно нагружает. Но если будет полегче, конечно, нужно будет тут тренироваться. Не знаю, больше усилий, наверное, вкладывать. И как-то морально готовиться к тому, что нужно будет бороться. Потому что следующая Олимпиада, конечно, очень хочется туда попасть. Я, понимаете, даже уверена, что с ее характером и с ее данными, я не знаю, что должно произойти, чтобы она не попала не на эту Олимпиаду, на следующую. То есть что у нас век для спортсменов, стрелков, он не ограниченный. Можно стрелять сколько, как говорится, позволяет здоровье и душа. То есть человек-то ему не столько лет, сколько в паспорте, а столько, насколько он себя чувствует. Благодаря такой талантливой молодежи за молдавскую стрельбу из лука можно быть спокойными. Эксперты в один голос утверждают, что самые большие результаты еще впереди. И флаг нашей страны еще неоднократно будет подниматься над пьедесталами почета самых крупных международных соревнований. Июля пройдут матчи второго раунда Лиги Европы. В них Дача встретится с одесским Черноморцем, а Милсами с Шахтерами из Солигорска. Оба молдавских клуба сыграют на выезде. В Бендерах состоится 3-й этап чемпионата Молдовы по автослалам. Картингисты выявят сильнейшего в 3-м этапе чемпионата страны на трассе в Хончертах. В выходные дни пройдет 8-й этап чемпионата Молдовы по пляжному футболу.